Добрый день, уважаемые телезрители. Вы смотрите очередной информационный выпуск «Новости района». В студии работает Насит Бричева. Состояние аварийности на дорогах регионального и муниципального значений, снижению смертности в ДТП было посвящено внеочередное заседание Комиссии по безопасности дорожного движения. Вчера, 3 августа, состоялось внеочередное заседание Комиссии района по обеспечению безопасности дорожного движения. Поводом для назначения послужило дорожно-транспортное происшествие, случившееся на региональной автодороге вблизи Дмитриевского сельского поселения, где был сбит 16-летний житель хутора Политодел. В результате аварии от полученных травм молодой человек скончался на месте. Меры по снижению аварийности стали ключевым вопросом, рассмотренным на заседании. Открывая совещание, глава района подчеркнул, что проблема безопасности дорожного движения является на сегодняшний день одной из самых важных и актуальных. У нас по республике сейчас за летний период резко возросло количество дорожно-транспортных происшествий. Со смертельным исходом, к сожалению, погибают дети. Сегодня мы должны сделать все для того, чтобы вот эта история не повторилась. По максимуму минимизировать количество дорожно-транспортных происшествий, особенно с участием детей. С анализом аварийной обстановки по муниципальному району выступил исполняющий обязанности начальника УГИБДД межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Рустем Гиш. С начала года 2023 на территории Кашхабльского района произошло 12 ДТП. Из них погибло 2 человек, 12 человек получило телесные повреждения. За аналогичный период прошлого года в Кашхабльском районе произошло 15 ДТП, погибло 4 человека, 19 пострадали. Как бы по цифрам мы снизили аварийность в Кашхабльском районе, однако есть вот этот случай, где ребенок погиб. Далее о принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе в образовательных организациях, доложила начальник управления образования Асиат Берзегова. Мы все знаем, что все несовершеннолетние дети сейчас находятся на каникулах. Перед каникулами в каждой школе, в каждой классной группе классными руководителями были проведены инструктажи о правилах безопасности дорожного движения классными руководителями. С родителями также были проведены инструктажи об обязательном ношении в летнее время, в дневное, в вечернее, хотя бы светоотражающих элементов. Эти инструктажи под роспись, где ознакомлены все родители, дети, имеются в каждой школе. Копии были предоставлены вчера в управлении образования руководителями. Проводится систематическая работа. Целый месяц, июнь, на базе школ были открыты лагеря. В лагерях ежедневно с сотрудниками ГИБДД проходили и учебные занятия, и профилактические, и лекции на тему безопасности дорожного движения. А сейчас идет подготовка школ к новому учебному году. И в школах обновляются уголки безопасности дорожного движения. Составлен список подвозимых, которых будут подвозить на школьных автобусах. 850 детей. Маршрут определен, согласован со всеми органами. Все 14 автобусов соответствуют требованиям. По республике летние месяцы стали самыми аварийными за текущий период 2023 года. Данное обстоятельство обуславливается летними каникулами, во время которых у детей имеется намного больше свободного времени, которое они проводят на улице. Взрослые должны принимать меры для предупреждения детского дорожного травматизма. Дети – это наше будущее, поэтому формировать культуру дорожного движения необходимо с первых лет жизни, подчеркнули докладчики. Сегодня поддерживаю вот высказывание управления образования. Я думаю, что и наши священнослужители тоже поддержат. Где
как можно, каким образом можно сегодня с молодежью встречаться. Начинать нужно с 8 класса. Места скопления вот, молодежи – это школьное образование. Надо разговаривать с родителями. Надо, чтобы они умели контролировать своих детей, иначе другого выхода не будет. По-прежнему особую озабоченность у членов комиссии вызывает так называемая пьяная аварийность. Глава района предложил усилить профилактическую работу с населением о недопущении подобных правонарушений. В ходе заседания были рассмотрены и другие немаловажные вопросы. Подводя итоги внеочередного заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, Заур Хамирзов еще раз подчеркнул важность обсуждаемых вопросов, рекомендовал ответственным лицам усилить работу, направленную на профилактику дорожных происшествий. Вчера, 10 августа, сотрудники госавтоинспекции совместно с представителями администрации района провели на территории Кашхабльского сельского поселения профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Более подробно в нашем следующем сюжете. 10 августа инструктаж личного состава госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский отдельного батальона ДПС, заступающих в вечернее время на службу по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» провел заместитель начальника отдела ДПС управления ГИБДД МВД по Республике Адыгея Руслан Дачлеш. Подполковник полиции довел основные цели и задачи мероприятия, отметил состояние аварийности на территории республики, в том числе в Кашхабльском районе, обратил особое внимание на работу по профилактике ДТП с водителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. На территории республики по итогам 7 месяцев зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, совершенных с участием водителей с признаками опьянения. В результате данных происшествий 8 человек погибли и 31 человек получил ранение. Но если брать Кашхабльский район, значит, за этот же период здесь, на территории района, зарегистрировано одно ДТП с участием водителя в состоянии опьянения. В результате данного ДТП погиб один человек и один человек получил ранение. Значит, мы анализируем происшествие, видим за последние 5 лет, значит, ДТП с участием пьяных водителей у нас снижается. Снижается у нас и количество водителей, которые задерживаются в состоянии опьянения. Также снижается и количество водителей, которые задерживаются повторно, то есть по уже уголовно наказуемой статье по 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но, скажу, тем не менее, я поводов для самоуспокоения не вижу. Значит, периодически на наших улицах и дорогах появляются пьяные водители, которые приносят нам нехорошие моменты, да? В том числе и ДТП, в том числе и связанные с гибелью, с ранением людей. Поэтому, значит, в очередной раз проводим мероприятие. Сегодня. На мероприятии присутствовали первый заместитель главы района Руслан Емыков и глава Кашхабльского сельского поселения Мурат Курашинов, которые также в последующем приняли активное участие в проведении профилактической акции. Очень трудно переоценить значимость и важность мероприятия, которое проводите вы сегодня. Именно поэтому в связи со значимостью этого мероприятия, именно социальной значимостью, мы с Муратом Мухарбиевичем с удовольствием приняли приглашение участвовать в этом мероприятии, за что я вас тоже благодарю. Хочу выразить благодарность присутствии руководства республиканского управления за четкую и слаженную работу сотрудников, которые располагаются на территории нашего района. Общаясь с коллегами, я все равно делаю выводы, что редко где такую слаженную работу можно увидеть. Благодарю их за это и всегда стараемся отвечать на это взаимностью. Вы все прекрасно знаете, что практически на все значимые тяжелые, сложные ДТП всегда выезжает глава района лично. В редких случаях, когда он не может этого делать, выезжает заместитель в моем лице. Всегда присутствует глава поселения, любые просьбы, которые поступают от сотрудников помощи,
при там, транспортировке средств передвижения либо тел. Вместо ДТП мы всегда идем навстречу. Хочу поблагодарить вас за четкую и слаженную работу. Спасибо. После этого сотрудники отдельного взвода ДПС и личный состав УГИБДД получили приказ о заступлении на службу. Внимание! Шаровись! Равняйся! Смена! Приказ заступить на охрану общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на территории Кашхабрского района. Принесение службы соблюдать дисциплину и законность при обращении с гражданами верно соблюдать. Направо! По маршрутам позади. В течение 2 часов стражи порядка массово проверяли водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения. Сегодня мы на территории республики проводим профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей транспортных средств под условным наименованием «нетрезвый водитель». Цель нашего мероприятия – это недопущение фактов управления транспортом водителями в состоянии опьянения, выработка в сознании каждого водителя неотвратимости наказания за данные грубые нарушения правил дорожного движения. Мероприятие, как я сказал, проводится на территории всей республики. В частности, мы вот тоже в таком составе. Это наряды отдельного батальона ДПС, сотрудники аппарата управления госавтоинспекции, личный состав отдела госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский. Вот в таком составе мы период с 19 до 21 часа сегодня проводим данное мероприятие. По статистике мы смотрим, за последние 5 лет у нас отмечено снижение количества ДТП, которое происходит по вине водителей в состоянии опьянения, но тем не менее проблемы остаются острые. Следует отметить, что о проведении данного мероприятия участники дорожного движения были проинформированы заблаговременно. Информация была опубликована на официальных сайтах МВД по Республике Адыгея. За время тотальных проверок госавтоинспектор выявили 2 правонарушения. С целью проведения профилактических осмотров взрослого населения медицинские работники районной больницы совершают плановые выезды в населенные пункты района. Здоровье – бесценное достояние каждого человека. Только вовремя принятые профилактические меры позволят не только его укрепить, но и вылечить выявленные заболевания с наибольшим успехом. С целью проведения профилактических осмотров взрослого населения медицинские работники районной больницы совершают плановые выезды в населенные пункты района. Сегодня медики принимали пациентов на базе ФАПа хутора Красный Майского сельского поселения. Жители с нетерпением ждали медработников, поскольку выезжать в районный центр могут не все. На медицинский осмотр пришло в основном старшее поколение. В состав выездной бригады вошли врач-терапевт, врач УЗИ, медицинская сестра и акушерка. Жители смогли пройти ряд обследований, сдать анализы, пройти консультацию у врача-терапевта, сделать УЗИ, электрокардиограмму, пульсометрию, измерить внутриглазное и артериальное давление. В ходе осмотра населению была оказана медико-консультативная помощь, назначено необходимое лечение, кому-то рекомендовалось пройти дополнительные обследования. Следующий выезд медиков запланирован на 15 августа в хутор Кармалино-Гидроицкий. Следующий наш сюжет расскажет вам о человеке, который всю свою трудовую деятельность, а это более 20 лет, посвятил больнице. Речь идет об Анжеле Хагауджевой, операторе Кашхабльской центральной районной больницы. Скромная, трудолюбивая, спокойная, знает свое дело, готова в любое время прийти на помощь. Так характеризует ее коллектив, с которым работает Анжелика Хагауджева. Более 20 лет она проработала оператором в Кашхабльской центральной районной больнице. Считает, что ее выбор был предопределен судьбой. Сколько помнит себя, всегда хотела оказывать людям медицинскую помощь, ведь самая гуманная работа на земле – помогать больным. Когда кто-нибудь болел, просто душа болит, и мне хотелось быть поближе здесь, потому что хоть чем-то помочь. И поэтому здесь я чувствую себя на своем месте, потому что пытаюсь всеми силами где-то быть нужной. У меня техническое образование, среднеспециальное, вернее, извиняюсь. И, ну, у меня душа лежала именно к медицине. И в 2002 году у меня появилась возможность устроиться в больницу Кашхабльскую ЦРБ, в детское отделение, с санитаркой, буфетчицей. То есть я на кухне приносила еду с кухни, раздавала больным,
работала. И параллельно я заканчивала курсы компьютерные. Потом, когда у меня появилось вот это образование, я перешла в операторы и занималась эпикризами. То есть все стационарные больные по окончании лечения получают выписку. Эти выписки я и печатала. Ну, обучалась тонкостям этих выписок медицинского дела, да. Я анализы все разбиралась просто-напросто. Анжелика Заурбевна всю свою жизнь посвятила больнице, и ей трудно представить себя без работы, без сотрудников. Все они как один решают наиважнейшую задачу – служат защите здоровья наших жителей. И несмотря на солидный стаж и опыт, постоянно совершенствуют свою квалификацию. Ну, сейчас я занимаюсь, работаю в Федеральном регистре медицинской организации. Это нужно данные вносить определенные в программу специальную и диспансеризация, которые у нас в районе пациенты проходят, диспансеризация, обследование людей. И это мы вносим в программу медицинскую. И, естественно, там то письмо напечатать кому-то, это действительно печатная работа тоже параллельно идет, то в системе электронного документооборота отправить письмо тоже умею. То есть, ну, занимаюсь, что нужно. Сегодня Анжелике Заурбевне больше хочется говорить не столько как о профессионале, но и как о человеке. Хотя без важных качеств характера, человечности, сострадания, понимания, добросердечия она бы не смогла стать таким специалистом. Как все ее знают, так и она знает каждого жителя в своем и соседних населенных пунктов. И поэтому всегда напомнит, кому необходимо пройти профилактический осмотр, диспансеризацию или пора на прием к доктору. Нет, естественно, нет. Я просто, вся моя жизнь проходит, вот, Кашкабельская ЦРБ – это моя вся жизнь. Я в начале своей трудовой деятельности и в субботу приходила, потому что мне нужно было, и мне интересно было все это. Я здесь, без этого я не могу. Ну, для меня это несложно, потому что я и задержусь, и выйду в выходной день, потому что мне это интересно, и я ответственность, самое главное – ответственность, чтобы была у человека, потому что я понимаю, что я не сделаю, дальше винтик остановится на мне и дальше все застопорится. Нет, нужно, чтобы от меня то, что зависело, я сделала. Сегодня эта замечательная женщина отмечает свой юбилейный день рождения. Коллектив районной больницы от всего сердца поздравляет ее с таким замечательным событием, желает огромного здоровья и удачи во всех ее начинаниях. А теперь новости спорта. В минувшие выходные в ауле Кашихабль прошел третий тур чемпионата и первенства республики по футболу на приз главы Адыгеи. 22 июля в Адыгее начался чемпионат республики по футболу среди юношей 2008-2009 годов рождения и среди взрослых команд. Первые игры должны были состояться в ауле Кашихабль, но команды Майкопского района попросили о переносе, и теперь у наших команд одна игра в запасе. Вчера, 6 августа, завершился третий тур чемпионата и первенства Республики Адыгея по футболу на приз главы республики. Игры проходили на стадионе аула Кашихабль. Первыми играли юноши 2008-2009 годов рождения. Встречались команды Чичанай Тиучешского района и ФК Кашихабль Кашихабльский район. Поприветствовал всех участников турнира первый заместитель главы района Руслан Емыков. Мы приветствуем вас на чемпионате Республики Адыгея по футболу на приз главы Республики Адыгея. Сегодня мы увидим с вами матч сборных команд Кашихабльского района и сборных команд Тиучесского района. Для вступительного слова хочу пригласить сюда первого заместителя главы администрации муниципального образования Кашихабльский район Ямыкова Руслана Заурбича. Добрый день. От имени главы Кашихабльского района. Я приветствую участников чемпионата республики по футболу на территории Кашихабльского района. Уверен, что такая же, как сегодня, жаркая погода, будет жаркая игра, будет жаркий чемпионат, но тем не менее, надеюсь на то, что результатом будет
ваше хорошее физическое состояние, ваш патриотический настрой, ваше желание заниматься спортом, любить свой район, любить свою республику, любить свою страну. Все на территории районной республики делается для того, чтобы было хорошо, удобно заниматься спортом, учиться, расти и развиваться. Желаю вам, каждому из нас, каждому жителю республики, увидеть хорошую игру, увидеть хорошие результаты. Самое главное – здоровья, счастья, успехов в спорте. Еще раз приветствую вас, желаю успехов, пусть победит дружба. Агурино! Матч прошел в упорной игре. Проигрывая 1-0, наши ребята сумели довести счет до 2-3 в нашу пользу, но в итоге уступили со счетом 4-3. Это второй проигрыш наших ребят и одна отложенная игра с Майкопским районом. Также после юношей на поле вышли взрослые игроки. ФК «Кашихабль» встречался с лидером чемпионата после двух туров командой «Чеченай» Тиучирского района. Игра была очень упорной и зрелищной, со множеством голевых моментов. Лучше и умело воспользовалась этим наша команда и выиграла матч со счетом 4-2. Thank you.
Это была последняя информация на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. До свидания.